Здравствуйте, девочки! Сегодня я к вам с новинкой. Вот такие новые гель-лаки фирма GD Coco. Заказала я их с китайского сайта AliExpress. У продавца в этой серии присутствуют база, топ, цветное покрытие. Мне очень понравилось, что здесь на каждом флакончике написано, вот смотрите, цветное покрытие. Единственное, что было бы очень удобно, если бы вот здесь в надписи не красный присутствовал цвет, а цвет того гель-лака, который находится во флакончике. Но это не так, к сожалению. Поэтому придется пронумеровать, либо выкрасить на типсы, которые одеваются на колпачок, чтобы знать, где какой цвет. Эти флакончики стеклянные. Наполняемость их 8 мл. Стоят они где-то в пределах 60-70 рублей каждый флакончик. Давайте вместе с вами сейчас их выкрасим. Я взяла 4 цвета. Первый номер 819, черный. Я специально их буду выкрашивать на прозрачные типсы, чтобы посмотреть, какие они по плотности и как хорошо ложатся на типсу. Если кто-то из вас уже пробовал эти лаки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как они вам нравятся или не нравятся, как носятся на ноготках. Запах обычного гель-лака. Лак довольно плотный. Вот, смотрите, цвет нанесен в один слой. Я отправляю его сушиться. Следующий у нас гель-лак под номером 809. Это вот такой баклажановый. Цвета немножечко отличаются. Вот, допустим, баклажановый на сайте немножко иначе смотрится, нежели здесь в бутылочке. Сейчас посмотрю, как он будет на типсе. Такой темно-серый баклажан. Этот цвет уже не такой плотный. Есть проплешинки. Смотрите, здесь надо будет его использовать уже в два слоя. Далее номер 805. Номера указаны сзади на бутылочках. Вот такой вот яркий, оранжево-розовый. Сейчас мы с вами его выкрасим. Этот плотный гель-лак. Очень плотный, хорошо ложится в один слой. Мне он нравится. И оттенок очень красивый для лета. И по плотности очень хорошо лег на типсу. Остался у нас последний под номером 820. Белый. Больше всего у нас в дизайнах используются и чаще всего черные и белые гель-лаки. Поэтому в моей коллекции присутствует несколько фирм этих оттенков. Белый тоже, девочки, достаточно плотный. Смотрите, хорошо покрыл типсу, без единой проплешинки. Отправляю в лампу. Итак, черный хорошо просох, нигде не сморщился. Баклажановый, так как есть проплешины, я сейчас покрою еще разочек нашу типсу. В два слоя более насыщенный, более красивый цвет получается. Да, в два слоя мне он больше нравится. Смотрите, такой темный баклажан.
Камера его передает практически коричневым, но это не так. Отправляю в лампу. Вот наш розовенький. Смотрите, здесь ничего не стоит добавлять. Также пусть остается в один слой, мне он нравится. И белый. Нигде не сморщился, все хорошо просохло. Лак с остаточной липкостью. Сейчас просохнет наша типса с баклажановым. Я вам покажу их поближе. Вот, смотрите. Если кто-то из вас уже пользовался гель-лаками этой фирмы, оставьте мне, пожалуйста, свой отзыв. Я буду вам признательна. Вот мои сегодняшние оттеночки. Первое впечатление, что лаки, вот единственное, что баклажановый немножечко такой полупрозрачный, скажем так, его нужно выкрасить в два слоя. Черный, белый, вообще классные лаки. Посмотрим, как они будут на ноготках. Розовый тоже очень приятный, яркий оттеночек для лета. На этом у меня сегодня все. Если я вам была полезна, если вам понравилась моя новиночка, заглядывайте в описание под видео. Там будет ссылочка на эти лаки. Ставьте этому видео пальчик вверх. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! We'll be right back.